Ну что, приехали мы в Краков. Пока ехали, лил дождик. Так что вот не знаю. Дрон-то я с собой взял. А вот что из этого получится. Посмотрим. Нашли выход с автовокзала. Автовокзал и железнодорожный вокзал вместе главный. Тут вот галерея Краковска. Часы блатные. Ну, пойдем сейчас. Кинем рюкзаки. Пожрем борща, поспим. Завтра дождик, переждем в номере, ну и обратно будем собираться. Вот такая галерея Краковска. Ух ты, она разноцветная. Ну, ашпе. Такое... карманный каточек на вокзале. А это ватман. Пошиты долгими зимними вечерами. Не, ну лаврослый тоже красота. Вот видишь, какая грузинская хатка. Остановочка такая старая, прикольная. Химный. Красотища какая. Хостел мы сняли за 180 злотых за двое суток двоих человек. Находился он в 15 минутах ходьбы от центра. Так что мы еще раз порадовались нашему выбору нечаянному. Собственно, ну что, рум-тур закончен. Ну что, заселились мы в наш 1/8 люкса. Ну или там 1/100. 16. Вот. И сейчас пойдем найдем центр с ярмаркой. Несмотря на слегка промозглый вечер, обилие фонарей, красивая застройка, вкуснейшие запахи и гуляющие люди внушали нам оптимизм.
Да, красивые домишки. Хорошо бы, если завтра дождика не было. Вот на что-то набрели. Чурос. Чуросы. А это чё? Орешки жареные. Потапы из чиз. Ой, ребята, какой тут запах стоит, а? Жареными колбасками. Что? Перекусим. Вот такая галлоночка. Да. А? Я вем. Но для Ютуба. На Ютуба? Так. Да, конечно, трудно удержаться от этого запаха, чтобы не подойти поближе к этому жарящемуся мясу. Еще труднее выбрать из того великолепия, что там представлено. Но вот, немножечко поразмыслив, решили взять галлонку. Такую утомленную, прожаренную в масле, которая рассыпалась от малейшего прикосновения ножа и вилки. А в соседнем ларьке ждали своего покупателя самые вкусные на свете венгерские колбаски. Но мы не стали тут их брать, потому что Будапешт у нас еще впереди. Мед. Голова Деда Мороза. Вон колбаски тоже жареные. Ну и куда же без вкуснейшей медовухи различной градусности. Гигасы всякие. С
супы. Борщинский. Металлические цветы. Или из шоколада. Thank you.
свои. Да, вот ценный камень, а то сиги таскал. Конец, короче, горячего венца решили. Дождик. С дроном не увязка. Короче, небеса против, чтобы я сегодня жужу выпускал. Площади, где не было праздничных палаток, стояли и пел хор. Такое замечательное простое пение, живые голоса. Потом пришли дети и стали петь про какие-то ясные поляны или дали. Волшебно было. Zrób nam Jezu ucieczkę pod niebieską przyczepkę, sprawy wszyscy wiecy Marika, poświęci się do stali. Na wieczną, bezpieczną kolędę, na wieczną, bezpieczną kolędę. Не было очень. Там пережаренные колбасы. Да, да. Ты же знаешь. В
Вот такая прекрасная ярмарка в этом прекрасном городе, в эти прекрасные праздники. И вас, дорогие подписчики и друзья, поздравляем с Рождеством, наступающим Новым годом. Желаем всего-всего-всего. Веселых шпионт. А за сим мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. И всем пока.